Сегодня отмечается 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В честь знаменательной даты в Якутске вручили медаль Суворова механику-водителю танковой роты Прокопию Кобякову, который принимал участие в контртеррористических действиях. Всего из республики было призвано на войну 874 человека. 10 из них погибли в сражениях. Сегодня 92 участника тех боевых действий проживают в республике. Наш солдат. Якуты были лучшие на всех войнах, в том числе и в Афганистане. Это я полная ответственность говорю. Знаю тех ребят, с кем я был. 10 человек, вот эти, которые шли с речном училище. Это якуты были самые лучшие. Спецназе, разведрота, ГРУ. Это самые хорошие воины, которые всегда находились на горячих точках, там, где стреляют.